Ну что, друзья, всем привет! Третья неделя курса Handcraft Master Green. У нас в гостях на целый месяц приехали ребята. Мы готовим их на преподавателей курса Handcraft Master Yellow. Хочу покороче, а то пасыки на районе засмеяли уже. А что это не здесь делаете? Эти стулья с головами на кровати и на табуретках, и на полу. Кто-то сидит на полу, кто-то стоит над стенкой, что-то чешет. Неделя была непростой. И вот эти. А нас уже, по-моему, спалили. Вот кто-то побежал. Вот она, гетто, хосты. Будет жарко. Хороший я вопрос. Молодец. Третья неделя, и притирки начались. А помочь еще с расческой, как в кастрюльке, так клево все сидит. Если что-то делаете новое, нужно делать сразу правильно. Я научилась держать мушницу. Так а почему вас выгнали? Расскажите, что случилось. Нас послали, мы сейчас тоже уже пошлем кого-нибудь. Да, ну все, короче, хорош. Давай. Давай, у нас тут проблема. Я сегодня иду на законные выходные, на субботу, воскресенье, с чистым сердцем, с чистой душой. Ну что, друзья, всем привет! Третья неделя курса Handcraft Master Green. У нас в гостях на целый месяц приехали ребята. Карина, Аня, Саша. Вы все их прекрасно знаете. Их основная задача сейчас – это пробежаться по всей программе, которая есть, сдать мне некоторые зачетики, где-то попоправлять ребят. Собственно, мы готовим их на преподавателей курса Handcraft Master Yellow. Первая пара. Айгерим, Алина. Давайте. Куда? На выход. Какие будут пожелания? Пожелания. Хочу подстричься. Необычно. Необычно, да? Да. Супер необычно. Супер необычно. Отлично. Как давно стриглись? Не помню. Хочу покороче, а то пацаки на районе засмеяли уже. А понравилось или нет, хрен его знает, да? Нас это не интересует вообще его мнение. Было очень коротко, мне вообще испортили, да, через чур. А вы как? У меня даже есть фотография. А как укладываетесь? Покажи. Ё-моё. Сюда перенес. Сейчас еще раз 250. А что ты мне здесь делаете? А? Помнишь, как я тебе показывал? Вот так. Да, все. Я помню. Действие. What's all this for? It's got me turned around, but I can't ignore the feelings that I found in this whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I? Ну что, друзья, время 20:09. Мы сейчас посмотрим, как наши
ребята, будущие хендкрафт-мастера, исполняют домашнее задание. Мы решили пройтись, мы решили проведать их. И, собственно, мы уже все попрощались, договорились до завтра, до 11:00. А нам очень интересно, выполняют ли они сейчас домашнее задание или пошли все спать. Погнали, посмотрим. Ну чё, народ? Сейчас, короче, мы идем в общагу хендкрафт-мастеров. Мы так ее назвали. Нам сейчас будут местные жители рассказывать, куда там чапать надо. Ну, Саня еще не знает, а Аня уже там живет. Вот, так что Аня сейчас будет нам открывать калитку там, рассказывать, где они собираются там, Ань. В какой-то комнате. Короче, сейчас будем ломиться. А там больше никто не живет? Серьезно? О, блин. Короче, сейчас будем ломиться и посмотрим, что там. Давай снимать их. Давай, погнали туда снимать их. Тихо, тихо. А? И что, там кто-то есть? А прикинь, заходим, а там бабка какая-то. И что? А как, Даня, ты должен туда с камерой? Пойдем сразу туда. Ну, пойдем сразу туда. Чего там живут, чего там? Ты думаешь, кто-то есть там? Да. А кто? Баян. Давай посмотрим, что Баян делает. Пойдем посмотрим, что Баян делает. Баян, ты делаешь? Вау, шашлык маринует. Ты что, жарить сейчас будете что-то? Огонь. А где все собирались? Все кушают? А, они все по своим комнатам разошлись пока? Так, ну окей, пойдем по комнатам. А кто где остановился, Аня, ты всех знаешь? Сару, Алину, вот здесь. Ага, ну пойдем, Сару, все. Баян, никому не пиши, не звони. А куда еще можно? Сару, Алину, еще не там. Ёптать. А нас уже, по-моему, спалили. Вот кто-то побежал. Вот она, гетто, хосты. Добрый вечер. Добрый. Тут кто-то есть, девочек. Из наших? О, молодец, смотри. Молодец. А что это вы здесь делаете, а? Что вы решили? Кто где собирается? А мы у Ильнура 9 часов. У Ильнура в 9? Ну вот мы лоханулись. Ну молодцы. Вот так происходит тренировка у девчонок. Домашняя. А мы решили зайти посмотреть, как вы тренируетесь. А там, наверное, уже процесс пошел на третий этаж. Я тоже думаю, да. А третий, на третий. Везде они живут. Все наши комнаты. Да. А собираются где? Как правило. Ну, сразу поднимете, сразу первый. Думаешь, они уже там все, да? Ну, не все, но возможно. Ну, окей. В любом случае. Ну, давайте. Ну, видите, короче, как чешут. Смотрит видео. Молодец. Изучает. Смотри, сейчас его будет видно. Такой. Пойдем. Посмотрим сейчас. Вы что, во сколько собираетесь? Не знаю.
Я занимаюсь. Застали нежданчиком. А где все вообще сейчас? Кушать. Или все пока где-то кушают, да? Наверное. Понятно. О, кто идет? Нет, не наш. А, наши. Нет, нет, не наши. Надо было нам попозже прийти. Здесь я, там Баян, дальше Шубинский. Ну, Баян внизу шашлык готовит. А мы решили зайти посмотреть, как кто тренируется. Во сколько? В 9 собираетесь? Ну ладно, что, пойдем дальше посмотрим. Нету никого? О, смотри. А, здрасте. Мой этот самый личный маленький срач. Ну. Короче, мы просто зашли посмотреть, кто здесь все делает. Занимается, не занимается. Я не просто прохлаждаюсь. Маме грех не ответить. Маме нужно писать. Давай печеньки, мы потом съедим. Конфеты, печеньки. Все, ладно, мы тогда вас оставляем. Хотели посмотреть? С утра. А лучше к 7. Ну да, это уже будет, народ, это будет уже договорная съемка. То есть так, завтра к 7 мы приходим. В любой день. В любой день. Я не понял, это в YouTube будет срочно, да? Конечно. Ладно, давайте, ребят, хорошей тренировки. Спасибо. Снимай, снимай. Вот, сразу такой раз, зарядочку надо сделать, сдаемся. Ну, что я думаю? Я думаю, что мы типа не вовремя пришли. Вот. Видно, что просто ребята решили действительно взять небольшую паузу в плане после тренировки. Кто-то быстро поделал свои дела, там, переодеться, покушать. Кто-то он сходил в магазин. Вот. Но по общим, скажем, фразам, вроде бы ребята тренировочный сбор делают в 9 часов вечера. Вот, то есть в 9 часов вечера они будут тренироваться. Вот. Ну, не знаю, конечно, интересно было бы посмотреть, то есть действительно ли это так, будут ли они тренироваться. Но вообще, на самом деле, хотелось бы как-нибудь зайти, интересно посмотреть утром. Но я могу предположить, кто действительно по утрам встает, но однозначно это не все. Вот. Но это не прям уж такой прям минус. Я бы, допустим, тоже, наверное, утром бы прям в 7 утра я бы, наверное, не встал бы. Это, вот. Воспитывает дисциплину. Воспитывает. 100%. А самое главное, к этому привыкаешь. И изначально тяжело, а потом это становится легче. Все, друзья, понедельник закончен. Завтра вторник. Новый день, новая информация. До завтра. Привет, Ютуб, привет, Даня. Я так понимаю, ты был немножечко обескуражен тем, что мы завалились к вам. Ну, я был к этому не готов, да. Я, честно говоря, даже в этот момент с мамой по телефону общаюсь, но она мне... Мама, привет! Кстати, она смотрит, ей очень нравится. И первый выпуск прямо как зашел. Так спасибо, что, да. Вот. И она мне каждый вечер пишет, как у тебя дела. Тем более в связи с мировыми событиями она переживает. Вот, и... Я смотрю, что-то меня прямо слепануло, и я сразу не понял, то ли это Ильнур балуется, то ли это молния какая-нибудь там, я не знаю, сверкнула. Да, поднимаю голову, а там сколько, 8 глаз на меня смотрит. Да, просто нежданчик был в том плане, что вспышка такая, опа, и там 4 пары глаз, короче, на меня, ё-моё. Во сколько вы тренируетесь, чтобы мы были готовы? Ох, ты знаешь, а вот так, чтобы уже... Системно. Черт возьми, ты меня сейчас пытаешься за язык поймать. Ты же понимаешь, что я сейчас скажу и подведу всех вообще. Не, ну вы так-то не приходите в 8 часов, потому а что... Сколько? Ну, смотри, мы идем отсюда, в 7 часов уходим. Мы идем в магазин. Домой в 8, я прихожу, да? Домой реально в 8 часов, потому что мне надо в магазин зайти. И вот я отсюда выхожу, у меня голова, ты знаешь, вот такая вот прям чугунная. Я отсюда выхожу, пока иду там до магазина, до дома, у меня такой, знаешь, расслабон. И все, у меня опять появляется энергия, как бы. Там пока сварил,
пока туда-сюда. Я начинаю все делать вообще в 9 часов. На самом деле наш поход к ребятам, он же, в принципе, ну, был, наверное, все-таки предсказуем. То есть мы-то им там дали задание, типа, ребят, сейчас прям сразу выходите, идите, вот, да, не нужно разуваться, раздеваться, вы потом не встанете, вот. Но это, может быть, конкретно лично меня касается, что я, допустим, знаю, что я лучше сейчас нафиг сделаю, чем откладывать на потом, а потом мне будет так лень, блин, да, я там, если разуюсь, разденусь, лягу на диван, там, покушаю, хрен ты меня поднимешь вообще куда-либо, там, еще и в 10 или в 11 часов вечера, ага, вот. И как бы я, ну, исходя из своего какого-то стереотипа, то есть вот говорил об этом, вот. А получается, с точки зрения ребят, ну, видишь, мы думали, сейчас они вот сразу, ага, то есть, ну, они решили сначала перевести дух, то есть, покушать, там, переодеться, там, да, потом собраться, то есть, и посидеть. То есть, ну, у них некий свой график, они же все еще издалека приехали, то есть, они, видимо, не так быстро засыпают, то есть, у них как бы этот... Вот, поэтому, в принципе, ожидаем было и прикольно. Чего, прикольно, мы поднялись, там, встретились, мне понравилось, как Баян сразу такой раз, мы зашли, ну, такой шашлык там какой-то или курица что-то маринует. Я говорю, ты что делаешь, ты шашлык маринуешь? Он такой, а, да, такой, оп, да, да, шашлык маринуем. Мы там на второй этаж, а он такой уже наверху стоит, внизу, точнее, вот это вот он делает. Я, конечно, прям угорал с этого. То есть, ну, блин, ну, классно все равно, блин. Ну, так, озадачили волны, да, такая-то холодная ондуляция. То есть, наверное, совет для всех. Если что-то делаете новое, нужно делать сразу правильно. То есть несколько раз что-то, может, не понял не так или увидел не так, да, то есть я пыталась поставить такую крупную волну, в результате рука привыкла работать в определенном режиме, и сама себя переучиваться было сложно. То есть вчера я пока не нашла ответ на этот вопрос и не легла спать, все, встала утром, все спокойно сделала, все, рука встала на место. Вот именно сразу нужно делать все правильно, медленно, но правильно, все. Вчера домой пришла поужинать бегом. То есть задача, что к 9 часам буду. Uh-huh. Вот, как бы, вот. Стук в дверь. Собака лает, я выхожу. Стоит женщина. А рядом с ней парень, выше ее ростом. И вот такой лохматый. Там волос непочатый край. Вот вообще прям вот такой чуб. Все это кучерявится на концах. Там, ну, прям вот волосы. Их там столько много. И стоит вот, ну, лет 15-16 ли парень. Я стою так. Они уже, оказывается, нас все знают, что мы там живем. То есть быстрая информация по городу проходит. Они мне, значит, Анжела, это мой, значит, то ли сын, то ли племянник, я что-то как-то упустила. Короче, надо, говорит, подстричь. Я же с этой головой-то у меня Шурик, я же Шуриком выкурить. Меня спрашивают, то есть, ну, что это у вас за молодой человек? Я говорю, Шурик. Ну, вот. Ну, и рассказываю, что и нужны. И вот привели. Подстричься, не дать не взять, вот прямо сейчас вы мне его сегодня подстригите. Я говорю, слушайте, я еще не умею. Я говорю, я могу по зонам разделить, и то коряво. Волны можно. Волны. Я говорю, но он нам очень нужен. Я говорю, прямо вот очень нужен. Я говорю, вы мне дайте телефончик. Я говорю, вы, пожалуйста, походите. Я говорю, вот, ну, пару недель. Говорю, вот буквально. Я говорю, у меня стимул будет, этот, как его. Все. Короче, договорились, телефон взяла. Дэвид. Красивое имя парня, вот такая шевелюра, будет ждать. Сегодня иду на занятие, где у вас памятник, какой-то памятник. Вот этот. Мужчина сидит, прям дедушка, рисует, любитель. Вот я иду, ну, я человек улыбающийся, все время максимально улыбаюсь, если не сосредоточена на проборах. Ну, вот, так я улыбаюсь. И вот он, подойдите ко мне, пожалуйста. Он говорит, я должен вас нарисовать. Я говорю, в обмен на то, что я вас подстригу. Он говорит, вот это мой дом, 511-я квартира, в любое время приходите. То есть все, я этот самый. Вот этот. То есть у нас уже народ потихонечку собирается. А, на самом деле, это вот наведываться к нам туда, нам, к ним, хочется, ну, только с точки зрения того, чтобы вообще понимать вовлеченность, вот, ребят, хотя, ну, по сути, мы могли бы вообще бы никуда не ходить, ничего не делать, ну, как бы хотят, не хотят, вот, но мне на самом деле, во-первых, хочется действительно понимать самому, то есть вовлеченность ребят, насколько они действительно, их слова сочетаются с делом, то есть, которые вот здесь они говорят, а там по факту кто делает, а кто нет, да, это первый момент. Ну, и второй, конечно, момент, это для тех, кто уже был, чтобы они посмотрели на это и сделали какие-то выводы, да, там, пожалели себя или наоборот, там, и для тех, кто только собирается, чтобы они понимали, то есть, ну, как вот по идее все это должно быть.
Вот, потому что если мы столкнемся с тем, что действительно мы в любой момент туда просто так шук, зайдем нежданно-негаданно, а они правда там фигачат, это говорит о многом. Но на данный момент, знаешь, вот я то, что вижу сейчас пока, то есть я уверен, что действительно так и есть. То есть вот на данный момент я верю. Вот. То есть как бы они действительно все горят. Сейчас все самое печальное, самое скучное, грустное. Оттяжечки. Но от этого очень важно зависит. Сейчас мы выставим ручки, поставим тело. И дальше, получается, наша стрижка в рамках технологического процесса и всей программы будет длиться не целый день, как это длится на степах, а гораздо быстрее. Мы сможем больше времени уделять на укладки, мы сможем больше времени уделять на работу с инструментом для укладки, со стайлингами. То есть гораздо больше времени освободим за счет того, что сейчас делаем акцент вот на эти вещи. И самое главное, что меньше будет случайного результата. Форма будет выставлена, если где-то она будет кривая, то будет она кривая, только потому что нужно будет работать еще дальше над укладкой. А что вы смотрите там? Сидите. Лайки ставьте. Вообще, на самом деле, вопрос, который ты сейчас задала, это очень хороший я вопрос. Молодец. Будет жарко. We'll be right back.
I can't even see now. You're pulling me further. I'm so far below, but I can't even make a sound. I can't run away. The devil's got a hold of me. It's pulling me down, down. And I can't breathe. And I can't make a sound. I can't leave. Escape now. Got a hold of me, it's pulling me down, down, down. And I can't breathe. 2 секунды, я сейчас. Чай будешь? Скажу тебе. Понимаешь, да, калькулятор. Ушел. Такой ему, на тебе чай, я понял, сколько тебе стоит. А вот вам без шуток, я когда красил женщин, я этот не мог понять один к одному. Один к двум, осветляющий один к двум, это один к одному, 6% 1,9%. И я всегда такой этот, так, что мы будем там, тра-та-та, и раз, карта, она мне вот это, вот это, вот это. Я такой, я вас понял, сейчас, такой, раз, такой, блин, девки, что делать? Она хочет вот это, у нее смотри, что. Они такие, мне там намесили, я вышел, там намазал, короче. Это было в салоне Монплезир в Волгограде, и конкретно это была девочка Аня. Аня, привет, Волгоград. Эта неделя была очень насыщенная. Мы проходили волны, но волны холодной ондуляции и горячей. Потом проходили тему краевая линия окантовки. После разбирали проборы по зонам. Это самое сложное. Первое начало, самое сложное, немножко пробор. Пробор немножко и еще оттяжку немножко сложному остальное исправился. А как у тебя дела с волнами? Волнами? Нормально все или? Да-да, сначала немножко как бы непонятно было, а потом дома тренировались, а сейчас уже лучше получилось. Сейчас лучше идет. Что было для тебя самым сложным на этой неделе? Самое сложное? Разделение волосы. А волны? И волны, да. Угу. А какие волны? Холодные или горячие? Холодные получается, а вот горячие очень трудно. Просто сложно. Горе, ну, да. Давайте обстановку. Петличку. На шею. Вот так вот добровольно. Такие хорошие мужики, их можно бросать. Ну, это, да, тебе не рабочие. Ты снимай. Мне сложно на этой неделе, наверное, все. Ну, мне такое ощущение, что я очень много чего недопонимаю. Вот общая какая-то картинка у меня есть, что это вот должно быть так. А детально, то есть техника, да, мне ее не хватает. Итог должен быть вот такой, то есть понятно, а как прийти к этому итогу, то есть вот постановка руки, постановка ножниц у этих расчески, ну вот все вот эти вот детали, то есть понимание, что держать. Ну вот мне это сложно очень сильно, в отличие, я так
Ну, лично для меня, мои ощущения, да, мне сложно. Ну, так как у меня стаж год, и мне раньше казалось, что я, наверное, все делаю правильно, когда сейчас начала делать правильно проборы, оттяжки, я понимаю, что это непросто. И постановка тела, и руки как должны быть. Ну вот тяжело. Тяжело. И руки болят, и плечи, и все. На данном этапе, да, наверное, выделение проборов. Но я как раз понимаю, что это у меня сейчас является дырой, и максимально уделяю этому внимание. Но в целом, да. Потому что какие-то оттяжки, не оттяжки, я это более-менее и умом, и механикой уже понимаю тело. А вот выделение проборов умом понимаю, тело пока что не слушается. А помучаешься с расческой, а вот я тебе не скажу, что другой-то поудобнее. Короче, мне нравится. Волна, это вообще, это было что-то. Я не могла ее победить, наверное, 3 дня. Я ее... Все окей. Да, я прям... Горячая и холодная? Нет, горячая, это уже горячая. Нет. Горячую я вот попробую там, ну, возьму манекен сегодня на выходные, попробую там. Я не думаю, что все включат фены и будут делать там горячую. Надо сначала отработать то, что нам Юра дал, вот эти все основные моменты. Мне очень понравилось понимание сейчас идеальной краевой линии. Для меня это было открытие, правда. Я вот сейчас вот смотрю, то есть, когда ты начинаешь вот уже вникать в эти вот детали, да, в мелочи, ты уже идешь, я себя ловлю на мысли, что я смотрю на мужчин, да, думаю, боже мой, это вообще... Хотя, в принципе, мы только в начале, еще в самом пути, еще вот только первые шаги, как маленькие дети делаем, да, и я уже смотрю, думаю, вот так закрываю уже, это вообще... То есть, насколько много у нас мужчин ходит... А их же хочется видеть красивыми. Я такая думаю, блин, как классно. Вот нам дадут эти знания, мы сможем их применять на практике. Сколько у нас будет красивых людей. А ведь это же настроение, правильно? То есть человек пришел, подстригся, у него вид потрясающе меняется вообще. Он вышел, у него настроение другое. И то есть вот эту вот радость дарить, вот почему еще я думаю, что я поменяла профессию, вот ушла там со своей основной работы в эту профессию, потому что я хочу получать, ну как сказать, позитивные эмоции от людей. А чтобы быть профессионалом, нужно учиться у лучших. Я, короче, такая сижу вчера, позавчера. Ну, что-то я бумажки подстригла, зарядку сделала, уже ночь, сижу, короче, теорию читаю. Дошла до того, как ножницы, где Юра держит. А у меня ножницы, короче, вот так пальцы заходили. Я думаю, ну не должно же быть так, как ты знаешь. Вот так у меня раньше было. Вот как-то так. Вот так я держала. Нет, все правильно, но это вот так у меня, короче, было. Думаю, да не должно быть так. Думаю, смотрю, как он там держит. Ну, вроде это. А у меня тоже ножницы с этими выемками такая. Х**с поставила. Ну, типа так удобно, так ништяк. Все, короче, рука по-другому стоит. Ну, бумажки не стала стричь. Думаю, завтра все. Начала вчера стричь бумажки. Мне вот так неудобно, как я сейчас показала. Думаю, буду по-старому, короче. Ставлю пальцы, а они съезжают вот так. И все, я не могу по-старому поставить. И как вот вначале, вот я когда руку правильно поставила, у меня вот этот палец начинал болеть. И вчера как будто заново, прикинь. Ну, сейчас вот буду, ну, уже так к концу, так вроде бумажки стали такие помельче получаться. Вот мое яркое событие. Знаешь, я научилась держать ножницы. О, атмосфера в коллективе прям вот такая, как в кастрюльке, так клево все кипит. Вообще, ребята... Кипит о, в хорошем смысле? Вообще в хорошем. Да вы что? Это же прям они все вот за вот это дело, то есть все дружно, все это вообще шикарно. То есть я просто смотрела чуть-чуть тот поток, чуть-чуть тот поток, и вот посмотрели наш выпуск, ну, блин, это же круто. Ну, вот вообще, ну вот как единое целое. Вот несмотря на то, что вот каждый, да, это, ну вот, это как крупа, гречка, да, то есть каждое зернышко отдельно, но в пакетик насыпал, это крупа, да, по отдельности это просто зерна. Блин, это вот группа, класс, все, как один. У нас в команде люди знания отдают безвозмездно.
нету жадности. Знаешь, вот это вот, как вот девчонки даже рассказывают, да, в салоне работают. Никто друг другом не поделится, как она делает то или другое, да, какую-то технику там дать или чего-то. Не каждый сам там по себе. У нас вообще такого нет. У нас каждый день, я говорю, вот, ну, вроде бы уже все, ну, достаточно взрослые люди. Каждый день ты что-то узнаешь. Мало того, что мы здесь получаем, да, как бы объемы знаний вот такие. Мы еще приходим домой, и там еще в процессе разговоров, понимаешь, каждый раз что-то новое узнаешь. Вот вообще просто потрясающе. Конечно, вот Ильнур в этом плане, он очень такой эрудированный парень, и каждый раз... Я говорю, откуда у тебя в голове столько знаний? Ну, откуда ты это все берешь? Ну, молодец, конечно. Вот, и как-то мы вот так вот друг друга дополняем. Мне это вообще нравится, как бы импонирует. Ну, друзья, сейчас у нас происходит самостоятельная работа, сегодня пятница. Каждый из ребят проходит определенные элементы, технологический процесс, последовательность действий, тайминг. То есть все это они сейчас, скажем, на самостоятельной работе закрепляют те элементы, которые у них не очень получаются, потому что сегодня зачеты. Сегодня по всем темам, которые мы проходили, мы будем ставить определенные галочки, баллы для себя. На это будет все влиять на то, кто из ребят все-таки получит значки в окончании. Ты снимаешь, у меня не получается, видишь? Это ты виноват. Я красивый? Красивый. Сегодня у нас конец третьей недели. Уже? Уже, да. Окей. Все, как тебе? Нравится, все нравится. Все нравится, надо отрабатывать, все нравится. Хочу еще. Сказать, что все вот так вот просто, ну, нет, не просто, но это в любом деле так. Даже когда ребенок учится ходить, он не сразу встал, побежал, да? Поэтому... Надо нарабатывать просто мышечную память, моторику, правильно ставить руку. Ну, это тренировка, дрессировка, как говорится.
интересная, насыщенная работа. Вот. Делаем проборы, оттяжки, чешем. Волны холодные, горячие. Все очень интересно, увлекательно, как всегда. Ну, если говорить, что для меня это практически все новый материал, можно сказать, что это сложно. На самом деле это были задачи, которые решаемы. Я их к концу недели разрешила, и все. Сейчас азарт, интересно. Все. С первого дня все, что дали, нужно отрабатывать постоянно. Не браться за новое, погружаться, да, ну, естественно, нужно погрузиться, но, по крайней мере, подтягивать то, что все остальное. Прям это очень важно. Вот. Потому что мы сегодня сдавали зачет, и то, что мы проходили там, ну, скажем, первый, второй, третий день, оно немножечко уже забывается. Вечером, утром все это читала опять, и то есть нужно это периодически все повторять. Вот это очень важно. Прям вот. Ну и новые задачи, да, что если есть трудность какая-то, да, скажем, это задача, да, как учит Юрий, что нужно все бросать и полностью ее решать, там, ну, не знаю, не отступать. То есть если пойдет хвост, то это будет накладываться на все остальное. Вот прям нужно решать все задачи прям своевременно. Отличная неделя. Мы бодры, веселы, все как всегда. Как я и говорил в предыдущем выпуске, если я это говорил, если ты это не вырезал, становится все сложнее. Но, во-первых, это было очевидно, что будет сложнее, чем рисунок и лепка. Вот. А во-вторых, ну не отчаиваемся, продолжаем работать. Я бы вообще поделилась впечатлениями за 3 недели. Это просто в мозгу такие вещи происходят. Впечатления только хорошие. Ты каждый день узнаешь что-то новое. Это так классно, потому что и рисование, и лепка. И сейчас мы уже уходим в детали там. Уже конкретно в, ну, касаемых нашей работы. Вот. Очень много чего не получается. Приходится все это прорабатывать дополнительно, да. То есть вот не получается раз, не получается два, не получается три. Ты злишься, там начинаешь, ну, то есть психовать, пошел там чайку попил, опять пришел, опять начинаешь чесать. Ну, на самом деле очень круто. Я просто вижу результат, который, ну, так скажем, небольшой период времени прошел, да, и то, что мы здесь вот получаем сейчас, такая кладезь знаний. Главное, чтобы эти кирпичи в правильную кладку в голове вложили, чтобы домик этот не поехал. Стенки были такие ровненькие, четкие, чтобы мы отсюда вышли и пошли побеждать этот мир. Вот. Ой, неделя выдалась очень интересной. Мне очень понравилась на самом деле неделя. Было интересно делать волны. В общем, давай заново. Так. Ты спросил, как мне неделя? Неделя классная. Мне очень все понравилось. Мне очень понравилось делать волны. А, и горячие, и холодные. Понятное дело, что ты сначала стоишь, тормозишь, понять ничего не можешь, куда что делать. Но когда до тебя доходит вот какой-то момент, и бац, и до тебя дошло, и ты делаешь это все с пониманием, это настолько классно и интересно. Твои волны отличаются от сегодняшних? Первая неделя волны, которые были? Да, конечно. Очень, прям намного. Вот. Горячие волны тоже прям, можно сказать, прям сразу. Часто тренируетесь? Ну, вот именно если не про зарядку говорить, а про волны? Практически каждый день. И как долго вы занимаетесь? Ну, по будням, допустим, там, начиная где-то с 8:30, наверное, там до 9, там подтягиваются, там иногда пара человек, иногда побольше. Там. Самое большее там мы добивались, да все набивались, грубо говоря, вся группа. Вот вчера где-то, наверное, 40 минут был момент, когда вся группа просто там была. 11 человек у тебя в комнате? Да, все вот. Ну что, нормально, удобно? А то я видел, вы на табуретках там, да, там тренируете. Ну как тебе сказать, в тесноте да не в обиде, поэтому да, тут как бы удобно, неудобно.
обману, если скажу, что удобно, но в то же самое время ты же понимаешь, что это надо делать. 100%. Эти стулья с головами на кровати и на табуретках, и на полу. Кто-то сидит на полу, кто-то стоит над стенкой, что-то чешет. Это вообще... Потом к Оксане пошла. Мы с Оксаной по вопросам, по этим всем прошлись, повспоминали. Потом опять пошла к себе, дома чесала. Девчонки ко мне приходили. Ну, все готовились вчера к зачету, прям конкретно готовились. И каждый так ответственно подошел к этому, вопросу. Где-то с 10 до 11 вот был промежуток, когда именно все набились. Потом все равно там гвалт стоит, кто-то пытается теорию повторить, да? Пытается читать, гвалт стоит, читать не получается, уходит к себе читать. Вопросы появляются, раз прибежали, все обсудили, там опять кто читать, дальше побежал читать. Кто расческу не умеет двигать, я раз, ну, там пытаюсь помогать, там всякое разное упражнение делаем, чтобы именно вот как-то научить руку работать нужным образом. Вчера была у нас и проходили мы... Господи, теорию проходили и чесали, и того легли во втором часу. Да, да, поздно ложимся, не высыпаемся. И я что заметила, мне этот темп прям нравится. Единственное, что вот, ну, не досыпаешь. Слабость такая. Нет, да, 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 а так вот прям движуха, прям вообще кайф. Я чем больше здесь нахожусь, тем больше мне, ну, как бы нравится. Я хочу прям вот больше узнавать, больше что-то делать. Да. Прям такой какой-то азарт у меня, вот правда, проснулся. Ой, вчера вообще прям все были, толпа. Понятно, что не все, да, в штаб-квартире, понятно, что не все там с 9 до 12, кто-то пришел там на час, на два, кто-то там на полчаса. Ну, вот так вот... конвейером. Ну, я как пришла, я бы в 11 вышла. Ребята, кто-то до двух вроде как чесал. Ну, то уже в другой. Не чесал, а теорию учили. Как часто ты тренируешься? О, каждый день. В смысле, здесь вообще каждый день, прикинь. Прихожу и тренируюсь. И тренируюсь. Дома в смысле? Нет, дома. Здесь я же не вижу. Дома я тренируюсь ежедневно. Вчера я легла спать 2:30 ночи. Потому что у меня лежат бумажечки. И я себе не могу позволить их на следующий день оставить. В подвале с точкой я стригу пока. Маринка такая пошла туда. И это, слышу, стучится ко мне. Я дома сидела, выпуск, кстати, смотрела 2-го сезона, 3-я неделя. Думаю, что там у них? Она такая, я, говорит, там не могу. Но она тут у меня почесала, мы потом все равно туда поднялись, мы его просто разбирали. Что будешь делать на выходных? Я буду отдыхать. Я точно буду спать. Ну, вообще, не знаю, мне кажется, у нас вообще круто. Мне нравится. Я даже вот смотрю те выпуски, уже не так я их смотрю. Как-то вот, не знаю, у нас как-то круче. Как ты проведешь выходные? Выходные... Знаешь, Танечан, выходные у нас так, что Юрий нам не дают покоя, да. Всегда мы будем тренироваться. Ну, бывает, что час или два часа ходим на море или там-нибудь дышать воздух. А весь этот, ну, там сверху занимает каждый своему... Так что у нас выходной нету. Скажи, пожалуйста, а как тебе настроение в группе? Хорошо. Все нормально? Ну, конечно, мы все дружимся, друг другу поддерживаем. Угу. У нас один команда, мы разные, как сказать, я из Армении, другие разные города из России, мы разницу не даем. Друг другу всегда мы поддержим. Общаемся, подружимся. Я одно только могу сказать, что неделя была непростой. То есть неделя была реально непростой, и она непростой была не с точки зрения там, подачи информации или еще чего-то, а с точки зрения того, что это третья неделя, и притирки начались. То есть это чисто психологическая составляющая. То есть я не буду о каких-то деталях или о каких-то именах говорить. Просто коротко, притирки начались. Собственно, это самое сложное –
психологическая составляющая. Если все вот просто уже притертые, то есть уже все друг друга понимают, все друг друга идут навстречу, то есть уже все, притертый коллектив, команда, просто давать информацию и заниматься эффективно несложно. Вот. Здесь сложно психологически, что ты чувствуешь каждого человека, и один, получается, он прям вот на что-то эмоционирует, другой из-за этого нервничает, третий там закрывается и так далее. То есть это все влечет друг за друга, и, собственно, от этого чуть-чуть тяжеловато. Но меня радует то, что сегодня, по-моему, баланс начал налаживаться, скажем так. Вот, поэтому до сегодняшнего дня я, скажем, немножечко переживал и нервничал, скажем так. Я думал о том, как сделать так, чтобы все было мягче, гибче, и все, чтобы все-таки собрались в единый организм. Вот. И, скажем, общими усилиями, я не скажу, что это моя личная заслуга, общими усилиями, спасибо многим ребятам, то есть за мудрость, за лояльность, за абсолютно всем, потому что каждый человек в этой команде хочет, чтобы все было классно, и они делают для этого все. Вот. То есть абсолютно все. У каждого свои сложности в характере, но они все, абсолютно каждый, до одного, без исключения, делают все для того, чтобы учиться. Вот. Это классно. Мне очень нравится. Люди, они забивают на свои амбиции, они забивают на свои какие-то принципы, то есть они с этими принципами не считаются, то есть они делают все для того, чтобы у них все получилось. Это классно. Я сегодня иду на законные выходные, на субботу-воскресенье с чистым сердцем, с чистой душой. До скольки ребята вчера тренировались? Ну, часов до двух ночи. Ну, для тебя не новость, видимо. Нет. Да-да-да, они вчера тренировались до двух ночи. Да. И что? А позавчера до 12 ночи. Ну, они, как я понял, не каждый день до 12 ночи. Да. Многие. И вчера... Ох, как им будет хорошо в субботу-воскресенье спать, классно. Да. Они сказали, что они будут заниматься. Тогда их надолго не хватит. Но вы, ребят, потом об этом поймете. То есть вы в любом случае, вы сейчас пока так, это хорошо, порох в пороховницах. Сейчас пройдет немножко времени, и вы будете ждать и кричать: «Слава Богу, пятница!» Тю! Это все сейчас пока так, это мозг кипит, информации много, надо переработать, ее и дальше будет много, но вы почувствуете, что нужно отдыхать в любом случае. У Анжелы, допустим, сегодня такие уставшие глаза были, вот. У Алины тоже. Вот. И видно, что они уставшие не от того, что они устали там здесь чем-то там, да, они устали от прям вот работы. Вот. То есть видно, что у кого-то еще там запасы энергии просто вообще вагон и маленькая тележка. А вот Анжела, допустим, сегодня, она, мне кажется, из всех была самая уставшая. То есть прям вот она прям вот ей прям вот нужно поспать, отоспаться. У нее, если она сейчас, вот конкретно Анжела, если сейчас после такого состояния не приляжет, не отдохнет и не перезагрузит себя там денек, отоспится, ей будет дальше очень тяжело. Вот. А если она проснется с новыми силами, то есть это было вчера, а сегодня уже вот, это все будет круто. То есть она гораздо эффективнее будет делать то, что делала сегодня. Ну что, друзья, сегодня конец третьей недели. Блин, я вспомнил, подожди, я забыл ребятам кое-что сказать. Пойду догоню. Пойдем, будешь нашим королем. Ребят, короче, минуточку внимания. Оксан, минутку прям внимания. У нас в связи со всей историей, с пандемией, закрывают абсолютно все. Салоны красоты, учебные центры, само собой, абсолютно все. Как минимум на 3 недели карантин, самоизоляция. Нахождение смысла здесь я вообще не вижу. Поэтому я предлагаю собирать вещи и ехать домой. Прямо сейчас. Это...
там напрягаться? Мы выгнали вас. Послали. Так, а почему вас выгнали? Расскажите, что случилось? Ну что, пандемия по всей стране. А мы тут заложники. Не, ну это же тоже ненормально. Какого хрена? Как бы понятно, что заложники вот это. Я приехала сюда, заплатила денег. Ну, я должна сейчас уехать? Ну что за бред? Нас послали, мы сейчас тоже уже пошлем кого-нибудь. Будем сидеть, короче. Да, надо какое-то время, мне кажется, переждать, посмотреть. Недельку, может, две. А мне вообще не резон, я с Казахстана. А сколько сказали, что две, три недели? Три недели, и то не факт. Еще могут пробить. А что с билетами? В том-то и дело. Дядя, не пошли бы вы любезно? Наташа, закрой дверь. Да, ну все, короче, хорош, давай. Давай, у нас тут проблема. О, Паш, подожди, скажи, пожалуйста, что случилось? Почему, ребята, что происходит? Тебя не хватало. Пишешь?